Локи тут. А чё вы не заходите, типа, перерыв кончился? Лёха идет, говорит, нет. Кем он ходил в РС вчера? Вау. Бага, дашь? Ассист. А тут бы подамажить ДКшка. Давай трэш чист. Этот. Я говорю, а что там никак нельзя ёптым взамен в рейд закинуть? У тебя есть приор на то, что ты хочешь? Не знаю. Да так ты узнай. Смотря что ты хочешь. Уценьте тут. Тимыч, пока спикни с танка на трэш. На чашку у вас ни у кого нету, на чашку, да. Все, пошли трэш. Нужно подойти поближе. Блять. Мне покалы не нужны. Нахуй с двух сторон пулить, бля, пиздец. Я с этой стороны спину, ты с этой. Подбавил, улучшил свое окружение. Разбежал от одного. Могут двое всех. Расспросил того, кто давал мне. Тебя так интересно. Ты не ворвешься в толпу, вот это вот выдернешь командира. Хиловская РДТшная стрима, всем добро. Вот мне Хиловская РДТшная. Ты мне скажи лучше, сколько у тебя приора, я тебе скажу, лутаешь ты. У меня приор, вот можешь ЕПГП нажать, короче, и в самый низ. А вряд ли. Я поэтому спрашиваю, надо ли кому-то, чтобы расстраиваться сразу или сидеть грустно весь день. Что ты спрашиваешь? Ты раза два падала, по-моему. Если не один, то кто-то падает. Окей. Ну ты чё там, кому апокалы на мэн нужны?
тебе на мейн выпускало? У тебя ДД что ли на? Ну вон посмотри, у тебя приор выше ДК, чем у Войда. Да, хоть там смотреть, ебать. Если Войда еще я тоже буду апокалы брать, а там еще я знаю, что пианист тоже будет брать их на ДК. Он пойдет сам? Вот еще пачку. Это, наверное, Лёхина апокала, сколько у него там пил? Нет, Войд больше. Это сугубо потом... Био 2 минуты. Удобно ковырять рога. А пока у нас спада. Раз, да, получается. Хуяся, там опытный РЛ в гильдии Global 12 лет РЛ. Ну, еще тут. Идите сюда. Ходил я как-то месяца 3 назад с глобулами на Аларе в обычке. Они довели до середины первой фазы и Это не факт, что там был опытный РЛ. У них РЛ был, который утверждал, а я сова из мейнстатика асгардов, мне лучше. Вся его тактика заключалась в том, что он просто стоял и дамажил. И говорил, что все что-то неправильно. Охуя, не парит. Может, ты просто не сова понял. Сова хуй, если его возьмешь. Мне кажется, у тебя кинистки для такой тактики. Да, ты нихуя просто не догоняешь. Слишком сложная тактика в два танка, который, один из которых держит босса, а второй в это время должен трэш сверху. Почему нет, если он не слакает и перебегает, почему бы одного не танить? Действительно. И говорит, забейте все на трэш и бейте. Ну, шка. Кто первый будет брать? Обои первые. 66 лучей, я последний. Ямка, ты в хиле? Я в Лене. Ладно, пуляйте. Цирк приехал.
33 прожмитесь. Броня. Осторожно. Чтоб тебя не клеванул. С под мордой дует, осторожно. Шаман, осторожно. Квадрат, съебись. Леш пришел. Мягко, да нормально, хардмод. А мы ОК ЖЗ закрыли, да? РСХМ, это последнее, что осталось? Ну как бы все вроде как, вроде говорят, все плохо, но на самом деле вроде бы уже все закрыли. Еще ОК ГЕР робота надо будет закрывать. На следующей неделе надо будем пробовать. А есть коммутанчик? Хотел бы таким рейдом в ОК ГЕР ходить, но... Есть там коммутанчик. Там только 4... 6 танков только надо, и все. Всего лишь. Ну, а, все есть. 56 танков. Бля, у меня вообще танк охуенный. 6, 5 же вроде танчик. Если без ГП, то по танчик. Ну на освоение босса типа ГП давать это как-то не очень. Так робот уже ж не освоение. ДВ рейды это освоение. Там, потому что я что-то видос смотрел, я по видосам нихуя не понял. Бегаешь за боссом, бьешь, вся тактика для милика, по-моему. Там бегать не надо. Кроме хилов и танков, ничего сложного, босс. Просто 6 хилов, 7. 7 хилов, 6 танков, блядь, и все. ДДшер же так добьют. Да. И по 40 тысяч хп минимум. Да все, все бьется так. Печенька будет еще одна. Мутация, это будет хорошо. Алар то чисто без Алара робота, да, бить? Ну да, типа, Алар, конечно. Его тоже можно будет пробовать, но это надо смотреть уже конкретно на... Не угорает. Танков нахрен на Алара столько. Там может даже и Алар соберется. Ну это надо народ подобрать, наверное. Алар жесткий. Самый сложный босс, наверное, из всех, что есть. Это тебе так, так кажется, ты еще на Саларион не ходил. Да а не, пока Соляра легкий босс, это проблема в другом. Ну, учитывая, что я рассказал, что надо сделать на Соларе, на шипы и убить. Сориентироваться мы так не смогли, значит, это нелегкий бой. Ну, на Лара мы больше времени не тратим. Я ничего не слышу. Кто это на боссе? Войт же, давай ты эфирить будешь. Да поебать, таунт нужно. Фраза выбрала достойных союзников. Ага, и что там надо было сделать на нем? Лопать адов лучами. Ничего сложного. Не стакать лучи до второй фазы вообще игрокам желательно. Ну, просто накапливать или именно лопать? Лопать. Вышло два моба, лопаешь их лучами, появляются две сопли. Убиваешь сопли, боссы снимаются с процента. ДДшки играют по воплощениям бездны как раз, вот мелики туннель от босса. Такое. Типа тактика, ну... Лучи ловить было вообще неверно. Типа эта лужа дальше продолжает по рейду дамажить после. Она не дамажит по рейду. Ты ее на внешнем круге фиолетовом разливаешь, и все нормально. А, Миш, это нормальная тема, там, по-моему, если я правильно понял, кто-то говорил, что если так их убивать, то при перефазе мобы не Да, я говорил, так и будет. Типа, когда вот эти 6 мобов не вылезли. При переводе, да, их не будет. Ну, там не всегда получается так, что есть мобы и есть луч. Он очень часто стоит. Ну, луч есть, мобы.
Типа, пока моба нет, лучше может идти в босс. Главное, чтобы на первой фазе не было на боссе 100 стаков, иначе это все. Че там, Леха будет, нет? Мне нужен третий танк, Свет. На кого напуливать адов? Пока тут где? А есть у кого Дживс или Мамонт? Ревоган. О, спасибо. Че с пока тут там он зайдет, нет? Сапрот только во тьме, кто остается надо. Подожди, с сапротом. Я в хила? Сейчас посмотрим. Кто с замены убивал RS-25R? Есть такие? Йотан убивал. Вы еще видео смотрели, как я охуенно с топором не поймал. Пока тут где? В Дискорде его нету. Ничего он не писал, просто пропал. Мгновенно. Хилом. Нормально? Слышишь, 10 мгновенно. Ты не сдохнешь в тьме, ничего? Да не должен. Так, этот самый. Ну и йоту, давай. Значит. Вот танчик. Ну, луцы и в танке. Группы этим... только чпаки переми. А сейчас. Ну я первую группу почти сделал для тьмы. Надо пятый слот вот. Кем, ну короче, первую рогу в свет. Не-не-не, смотри. Это мутик, ему лучше, наверное, во тьме сидеть. У него отличный соло таргет дамаг. Так, ну тогда вот так вот, а вот сюда. И ты оставляешь, получается, СПДшника в свете без демона. СПДшника в свете без демона. Так, а прости, не хочешь во тьму закинуть тоже? Всегда он просит. Локи демон, да? Да. Вот этот, просит в тьму. Так, в тьме у нас получается. О, нифига себе, в деле только мужики, блядь. Так. Ну и пускай еще в тьме будет Фарада, я думаю. А кто у тебя будет, Светут? Не-не-не. Вон, пятая, ой, первая группа во тьме, и все, достаточно. Ну, нужен, типа танк и хил еще. Нужен шестой туда челик, потому что долго очень. Нет, свет на 40-30% будет наносить меньше дамага. Первая это тьма, да? Да. Да. Да, ни разу в ХМ в тьме еще не был. Я только на свету. Там что, так же, ну, лучи и все. Хотя вторая уже... фаза. Это то же самое. Можно да без и, вот да этого и... говна, кстати, не кидать. Все, сейчас. Ладно, я понял. Вот я всегда был в свету. Попросите Даша Систа, он это самое, меточку на себя в тьме поставит, и все побегают там. Ну и там просто. А там сила. Есть кому трэш заливать в свету? Его просто кидали уже, я что-то прослушал. А уберите метку с меня. Нямка в хила. Что? Алоэ уже нету 3 минуты. Да я здесь, он здесь. Много. У меня сапрот, она... Скажите, зайду сразу. Я, короче, танчу тьму, Луцинь в свету, маленький трэш. Эл-Рей на него напуливаешь. А, Алоэ танчит свет. А, хилит свет, значит. Акинари просто отец. И... Этот самый. Так, что значит? И мгновенное тебе проще будет. Не хочу, чтобы ты сдох там. Шторы, нямка и долог хилите во тьме. Так. Где я держу мелких? Мелких ты держишь в кемперей, да. Если ты видишь, что большой близкий okay. Вырос, ну там сам знаешь. А мне Холи Пал получается в свету оставаться, да? Да. Да, окей. Я стою ты и жду с танком. Тьме, зачем тебе сапрот? Или шторы во тьме? Я тоже остаюсь в свету потом, правильно? Первая пати во тьме.
Так, я в свету стою, да, Йотан, вот четвертый. Там по группам скажут. Далее. Только первая тьма. Иди сюда, полено, я поставлю тебе портал. Да я по дискорду сам. Вот мне. Есть у кого сопрот? Да. Там смотри, Далок, Афакашл, повтори, Хилан. Кто где. Чтоб наверняка. Танки у нас кто? Танки кто у нас? Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Вот сейчас не видно будет метеор. Все равно падал метеор. Thank you.
ты сдох или я сорвал, я что-то не... Сдох? Ты сдох, сдох. Все зайдите во тьму, кто в свету остался. Гоу, мрэ. Не у кого... Почему? Кто мне может сказать, почему у меня, когда я во тьму захожу, омен, блядь, нихуя не показывает? Потому что он багает. То у всех так. Так сейчас просто три хила не зашло во тьму, хотя надо было. Интересно, замен не отвечает. Мигадзе туда же. Объясни еще раз хилам. Они не понимают. Кто из хилов остается на первой фазе при переходе? Да, я-то понял. Там долог непонятливый. Да-да-да, я здесь. Это я понял. Зачем вы так близко подходите, мелики? Ты за нас можешь не переживать, мы отойдем. Да блять, да вы заебали с этими лужами нахуй, ну... Заходите, пизд...
напулил, блять. Могу резать его. Скажите, когда? Ок. Блять. Стоп, ну да. Привет, стоп. Иди спать с него. Перебежали. Инер подал аккуратнице. Стоп, нуля. Один инер по немке, дайте. Перебежали. Одного мелкого ставните. Стоп по боссу. Перебежали свет. Танки два на базу бери, либо залейте большим. Стоп по боссу, трэш убейте. Минор по нямке закиньте. Дальше в один раз тут же, блять. Прибежали. Ребят, чё по гере, чё по гере? Огонь, дна. Пэл, Вара. Перебежали. Огонь в нас прям. Я ничего не пью. ГЦ. Святой, что-то интересное случилось. Да, Олег, я умер. Что случилось?
Бля, чё у нас моб вырос, блядь, больше, чем Холеон. Дисплей, хуй пойми, когда, блядь. Ну там хилы, вот я вот в них не уверен. Не знаю, как нямка там, опытные, неопытные. Вот, сомнения. Насчет мгновенной, там, долока, блядь. Мне кажется, не слакает. Говнолут. 80 вообще нифиг хилить, блин. Только танк. Ничего хочу сказать. Вот Бладом, короче, стоишь на макс РНЖ от босса, это жатва нихуя не достает нормально. Вихрь тоже не достает. Там нужно на секунду подойти, дать скилл и на макс рейндж. Да я знаю, я уже про тесту там, блядь. Вот. Это короче, даже лучше для тебя, как... если оно не достает. Сейчас разролят, объясню почему. Че, все на сегодня или еще куда-то? Некуда идти больше. Ёпта, давайте твинками ВК 20. Не помню, есть у меня такие в банке, нет? Нажму на успех. Нет, тогда я выиграл, ой, ты чешку выиграл, а я бот. А поставьте, как он, Дживс, я посмотрю в банке, есть у меня, нет? О, у меня теперь у паладина есть доступ в КХМ. У тебя же...